Excuse me. Go down and call. Anya. Do you know your job? Yes, but... What? Ordinary coach picks the player. No. Okay. So can I start or what? Okay. Let's start. Okay, first of all, I want to congratulate team of Astana. They play good. They play good today, and they play good last more than a month. And I knew that this game going to be tough. We couldn't play, I mean, my roster. Today was, we came here on a game with 8 players. So without substitute, we couldn't play with a lot of energy in defense. We couldn't run because nobody can play in high level game 40 minutes and 35 and 39. So we couldn't walk last 3 minutes. I expected that. So what can I do? My job is like this today. I had only one substitute for big guys and only one substitute for outside position. So with that roster, we couldn't play better. So that's the reason why we scored only 7 points last quarter. Simply, we couldn't walk anymore. So now we are paying for our, I can say this team is hospital, it's not team. Last month, we had 2 broken finger. We had knee injury, back injury, biceps injury. 2 young guys today who could help, especially Vasilis. He could help today on a point guard position. But he's got temperature yesterday evening, 39.5. And the other guy also 39.5. So with a point guard who just came in my team and he practiced only 2 practices and he didn't play 5 against 5 last, for example, in last time in October in Israel, because he was in Hapoel Eilat and because of injury they cut him. So we brought him. I was thinking, you know, to play with the 2 point guards, but my main point guard is injured and he cannot play. He cannot play more than 10-15 minutes in a good rhythm. So today he played more than 30 and he's almost there. He's almost dying. So that's it. That's how I explain this game. And one more time I want to say that big congratulations to team of Astana. Чего ты, Вип? Штрафные. Я вот только что уже бросал. Штрафные, смотри, сколько времени остается на владение. Опа! Так, куда мне садиться? Сюда? Да. Можно сюда. Я здесь? Да. Олег Валерьевич, поздравляю вас с долгожданной победой. Каждый комментарий по итогам игры. Да, я поздравляю команду, поздравляю игроков, поздравляю тренерский штаб, наших болельщиков. Да, мы 2 месяца не выигрывали, было тяжелое такое время, да. И сегодня тоже победа не далась легко. Мы были немного скованы, потому что слишком хотели победить. Когда начали делать то, что нужно, то, что сказано было, да, все пошло как надо. Единственный момент, что до такой концовки мы могли не доводить. То есть моменты штрафных, моменты потерь, то есть мы могли не такую валидольную концовку сегодня сделать, а более спокойно выиграть. Но это хорошо болельщикам, для болельщиков это классная игра. Поэтому еще раз всех с победой. Это долгожданная победа. Все.
Аксенов молодец, 24 очка. В начале игры у нас был низкий процент реализации трехочковок. С чем это связано? С низким процентом реализации трехочковок. Хотите ли вы сказать что-нибудь болельщикам, которые не верили в нас после этого? А это не болельщики, значит, если они не верили? Что им говорить? Тем, которые верили. А тем, которые верили, я уже сказал. Большой рахмет, что пришли и поддержали нас. Спасибо большое. Все, я могу идти? Да. Все, всем спасибо. Опа, спасибо. Что, я здесь сижу или туда пересесть? Пойдет. Здесь. Я тоже тогда вот так, с листочком. Даниил, поздравляю с победой. Какие впечатления, мысли? Во-первых, победа есть победа. Мы победили, наконец-то, мы очень ждали этого. И я думаю, мы, когда я говорю, это вообще весь клуб Астана, все руководство и, конечно, болельщики, наши семьи, вообще все, абсолютно все, потому что тяжело, тяжело психологически после поражения, особенно когда ты проигрываешь часто и по минус 20, минус 30. Вот. Но мы очень счастливы, честно, мы даже не совсем, даже так в раздевалке, настолько сильно радовались, даже не верили своей победе, что наконец-то вот она пришла. И вот промахи, которые были в конце со штрафных, у меня такого никогда не было, чтобы я мазал в концовке, потому что всю карьеру, в принципе, у меня высокий был процент, но здесь действительно желание вот это победить и вот, вот этот вкус победы был настолько близок, что я думаю, что вот эта вот нервозность, она сказалась лично на мне. И я думаю, Вадик Щербаков, который тоже бросал, он тоже немножко нервничал. Но мы победили, и все счастливы. Что еще сказать? Мы сделали отличную работу. Конечно, забей штрафные, забей, может быть, где-то легкие очки, там, потери в конце, вот перехват, потеря, подбор, потеря. Мы бы, может быть, выиграли плюс 5, плюс 6. И это было более спокойно, но такие концовки тоже нужны в плане опыта всем, всем игрокам, тренерскому штабу, а для болельщиков, конечно, это адреналин. Я думаю, они давно таких эмоций не испытывали, вот, поэтому поздравляю всех с победой. Спасибо большое. Можно? Да. Данил, для болельщиков последние 4 секунды тянулись очень долго. Что в это время переживает, как вы переживаете на площадке, как баскетболист, какие-то эмоции? Как это проходило для вас? Во-первых, мы были возле тренерского штаба, они нам подсказывали какие-то моменты. После тайм-аута нам было нарисовано, что сделать, и мы между собой просто детали обсуждали. Условно, если первый мяч не получает, что мы делаем дальше, второй не получает, третий не получает. То есть мы просто между собой прорабатывали, общались, кто должен получить мяч, в какой позиции, чтобы победить. Вот. Поэтому просто общались именно по баскетболу. Никаких лишних эмоций не было. Спасибо. Вам спасибо.